Уральский форум, прежде всего, это ключевая площадка для обсуждения вопросов информационной безопасности для финансовой отрасли. Это площадка, где Центральный банк делает ключевые заявления и вырабатывает вместе с банками основные направления движения на ближайшие перспективы. Это площадка решения проблем. На Уральском форуме есть явная цикличность. Первый год проблема формулируется, второй год обсуждается, как ее решать, и третий год – это уже обсуждение достигнутых результатов. Уральский форум – уникальная площадка. Она позволяет посмотреть, как, собственно, меняется ландшафт угроз и как от этого меняются методы обеспечения безопасности. И самое главное, это уникальная площадка еще и тем, что она позволяет прогнозировать, что мы делаем в ближайшее время. Коллеги, мы обращаемся ко всей отрасли. Ждем вас на Урале. До встречи в феврале.